Подождем Ринку, да подождем Ринку. Ну, я как староста физкультурного кружка ждать не мог. Пошел сам, встретил вас. Но говорить спасибо. Спасибо. А ты, Петр Иванович, выдумал? Этот самый проклятый Петр Иванович. Проклятый. Я давно хотел тебе сказать, Иринка, но всегда, понимаешь, кто-нибудь мешает. То этот... То этот пятачок проклятый. Проклятый. То... Иринка! Ну вот. Опять. Мы должен бежать. Вон, видите? Иринка. Делает наш комбинат. А это как ее? Нюрнбергская. Тише, 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 тише. Ну вот, познакомься. Это. Да, это вот Петр Иванович. А это... Что, Ирин? Вас знают дети всего Союза. Над землей полдневный жар, не дотрут вас. Наша молодость плыла сквозь моря и реки. Наши крепкие тела не согнуть вовеки. Над улыбками страна каждый день встречает. Старт! Внимание! Как бежит! Какой темп! Как птица! Шаг! Почему, скажем, не с тобой? Ну что ж, всякому овощу свое время. Ревность нехорошая штука, Петр Иванович. Брось ты, не смотри ты на нее, не теряй авторитет. Давай, 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 милая, спи! Там,
консультантами разговаривает. Люблю консультантов. Консультанты. Что вы скажете о так называемом автомате сборщика? А что это такое автомат сборщика? Перед вами маленький автомобильный завод. В этот раз труп. Детали в раструбе, я начинаю вертеть вот эту штучку. Представьте себя, Лизар Сергеевич. Опять Иринка. Да. Безобразие! Он срывает нам подготовку к спартакиаде. Он ставит под удар честно... Не шуми, не шуми. Садись. Ну? Тише говори от имени всего физкультурного коллектива. Ну, Василий Федорович, я бы на вашем месте более серьезно отнесся к этому вопросу. Ты сам знаешь, как любит. Да если я ее отпущу с завода, так ребята ж меня засмеют. Сегодня капусту сажайте. Я вам больше не работник. Любовь. Все равно не отпустит. Почему это такое? Заменить ее надо. Ну да. Заменишь такую. Обязательно заменим. Почему у Иринки всегда хорошие игрушки? Ну почему? Ну почему? Потому что она всегда с детьми. Она их знает. Вот если мы поработаем так, как Иринка, то по одной хорошей модели сочиним. Нас два...
Над садами майский полдень, тихий ветер шуршит листвой, и до вечера. Где ж ты с песнею, милая чужой? Я уеду, Ирина. К чему уедете? Вы должны были у нас все лето работать. Вот если бы в результате моей работы у вас я мог дать стране нового чемпиона, а этот ваш Василий Федорович категорически отказал мне. Нет, я... Ты думаешь, я не знаю, о чем ты поешь? Знаешь. Знойный день идет к закату, ветер садом идет. Ну что мне тут оставаться? Уеду. Слышите, Ирина? Обязательно. И никуда я не уеду. И некуда мне от вас деться. И вообще я не знаю, что со мной происходит. Завтра я тебя не увижу, то я б не... Ты чего ж глупый? Голубых своих салазках выплыл месяц ночной. Где ж ты с песнею, милая чудо? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Дорогая моя... Сейчас вздыхаешь. Жарко. А ну да. Дышать не дает. Я знаю, что тебе дышать не дает. Ты страшно.
Косоглазый мой родной, физкультурник рыжий. Милые, милые, а тебе? Ну, а что ты думаешь насчет небольшого планера? М? Слабо, планер мы сами умеем строить. Ой, горе мне, сколько. Ну, Жилюш, так, так. Чего особенного? Ага. Нам всего очень хотелось, чтобы вы отпустили Ринку для тренировки. И не думайте. Знаю, но лучше посмотрите сами. На стол, подоконник, диван, табурет, чемодан или на пол. Осторожненько ставим этот предмет и открываем клапан. Потом... Ну что ж. Иди туда.
пьяницы, но одна звезда с тобой навсегда останется. С ней ты вырастешь большой, и твоя прославится. Зачего? Отпуск на 3 месяца. Это очень правильно, что наша кровать под окном. Потому что в углу будет стоять кровать. Иринушка, милая, ну с чего ты выдумал? Зачем тебе ребенок? Хочешь, я тебе куклу куплю? Не балагань. Ты что ж, ты мне предлагаешь? Я ничего тебе не предлагаю. Это твое дело. Рекорд. Ты зачем мне врал? Не нужен мне. Баба.
меня защищала. Она была маленького роста и на цыпочки поднялась, чтобы ударить его. Вот и все. Понимаешь, сын у меня захворал. Здесь будет стоять кровать нашего сына. Тут будут висеть пеленки. Это хорошо. Очень хорошо. Нельзя его любить. Ты греми, греми, не переставай. Зверь, зверь.
Вот. Милых наших. Как же нам-то быть, Василий Федорович? Иди. Понимаете, Василий Федорович? Неужели не ошибаются? Вот в том-то и дело. Все равно иди. Надо, понимаешь? Ты, Петя, расти. Расти в большого. Понимаешь, Гришка, мне нужно с тобой... Знаю. Да подожди, Гришка. То, что случилось... Да понял. Человек живой! Гришка! Ты, Петр Иванович, молчи! Ты думаешь, я не знаю, почему ты сюда? Тебе не нужно было приходить! Я за этим пришел. Ты постой, я... Вижу. Я думал... Знаю. Не
моя чудесная, где ты, друг? Не может быть. Не может быть. Нет, Петр Иванович. Пусти, дура. Перепутает ведь. Подложит какого-нибудь бракованного. Не пущу! Понимаешь, вчера на рассвете родился парнишка. Мой сын. Еще сам не может. Если б ты видела этого гражданина, мигает, улыбается, ногу сосет, 11 фунтов с половиной, и так кричит, что почти поет. А глаза настоящие, человечьи, и так независимо себя ведет, то, кажется, встанет, расправит плечи. И я буду петь ему по ночам. Thank you.
Что, птица? Инструктор. Он занят. Пойду, мне тяжело с ним встречаться. Я не бритый. Да где я не бритый? Ничего, ничего, побреем. Товарищи, я никогда не пил вина. Но, ресторан. А мы ничего, здоровы. Этот свой. Первый в жизни бокал я пью за славу! И этот свой первый бокал я хочу поднять за Сергея Ивановича Никонова. Ничего не замолчи. В чем дело, товарищ? Объясните мне. Мне хотелось сказать...
Из-за того, что их родные, самые любимые. В чем дело, товарищ? Остановите птицу. Мне нельзя пить. Выпей за меня, Петр Иванович. Кто тебя учил убегать от ответа? Садись. Слушай. Спокойно. Спокойно. Я не буду больше плакать. Ну вот, даже спичек нет. Здорово.
Здравствуй. Ты что это военным? И треугольничков сколько? Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. За три года знаешь, что можно сделать? Да. Таня. Петр Соловьев. Ну вот, познакомились. Ты посиди, я сейчас. Ты его не знаешь. Я боюсь. Она его очень... Ребята ваши выросли. А вы все такой же, не изменились. Нет, так, служу, работаю. А где Петр Иванович? Аркомлехпром, Наджафарова, нефтяники, Мельникова, Академия наук. На старт! На старт!
Я очень прошу простить меня. Я хочу вернуться к тебе. Что ты, не надо. Рано еще. У меня ребенок. Тебе до 40 лет еще далеко. И потом я очень удивлена, что ты не знаешь. Иди сюда, мама! Да. Ну, меня зовут. До свидания. Да так, ничего. Случайная встреча. Случайная встреча? Не надо. Таня очень хочет познакомиться с чемпионом СССР Ириной Михайловой. Чем плохим? Я тебе никому не плачу.